Итак, мы начали запись, и в этом видео мы посмотрим, как спикер видит съемку изнутри, что называется, изнутри. И, собственно, при помощи этого пульта можно телепортироваться. То есть мы нажимаем, и мы телепортировались. Вот. Это, конечно, шутка, я просто нажал паузу на камере. Итак, при помощи этого же пульта мы нажимаем и мы выводим сюда презентацию. И можем, ну, обратить внимание, что я смотрю прямо на нее, она вставляется в видео без монтажа. Здесь я вижу таймер, что съемка идет уже 37 секунд. И могу на презентации прямо что-то показывать. Например, вот там Германия, Вторая мировая война, Франция и так далее. Вот, ну, это основная функция с презентацией, но также есть работа с маркерами, да? Когда мы можем взять, например, синий маркер, давайте вот так вот наведем и напишем слово «видео». Желтым напишем слово «лекция». Обратите внимание, что видео сразу же зеркалится, и красным «студия». Как это стирается? Это стирается достаточно легко. Да? Давайте вот проведем надпись. И когда маркер высохнет, он легко, его можно стереть. Итак, что еще? Рисование, презентация. Ну, кстати, рисовать можно прямо на презентации. Да? Просто нужно увеличить немного ее прозрачность. Дальше, ну, в общем, этим пультом я управляю съемкой. Можно управлять более функциональным пультом, да, и включить, например, сейчас мы сфокусируем, ну, давайте мы презентацию отсюда уберем, а на этом пульте нажмем кнопочку, и у нас появится вот здесь вот гифка. Ну, о других функциях этой видеостудии мы поговорим в следующих видео. Давайте я вам покажу камеру, вот так вот я вижу камеру, а если презентация слева, я вижу слева, собственно, вот наша студия. Давайте включим широкоугольный режим. Это фон, свет, 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 доска, проектор, камера, звук, системник и так далее. Спасибо за внимание. Нажимаю стоп, и видео готово. Спасибо.